Ну что, дорогие друзья, всем привет! Появилась интересная информация о грядущем обновлении. Разработчики только что опубликовали новый пост в Твиттере, который я вам сейчас покажу. Разберем полностью на пасхалке, все расскажу, покажу. И самое интересное то, что я хотел в ближайшие дни вам записать ролик о грядущей обнове. Я делал недавно реакцию на Brawl Talk, приблизительно концепты, что будет в грядущей обнове. Но я хотел вам записать с датами, с разбором, показать вам предыдущее обновление, проанализировать все и приблизительно составить какие-то представления о том, когда и что, чего нам ожидать. Но разработчики опередили меня и все опубликовали сами. Сейчас я вам покажу, расскажу, ну а вы усаживайтесь поудобнее прямо сейчас. Ребятки, влепите лайк на этот видос, потому что я очень торопился, старался записать как можно быстрее. Потому что до этого я готовил другой ролик, но так как разработчики решили опубликовать сейчас пост, поэтому я бегу записывать вам этот видос. Итак, поехали, друзья. Начнем с того, что вот в Твиттере разработчиков пост, значит, такой вот, такая вот картиночка, такое вот описание. Спите, девочки, покрепче или как-то так, чтобы вы нашли в спальне ваших любимых бойцов. И, конечно же, куча всего разного. Сейчас мы будем разбираться, что здесь, как здесь. И самое интересное, что здесь есть дата Brawl Talk'а. Ну, точнее, не дата Brawl Talk'а, а намек. И мы сейчас будем смотреть, так ли это. Давайте разбираться. Поехали! Итак, перемещаемся в Photoshop, копируем эту картиночку и давайте смотреть. Значит, до этого разработчики публиковали нам определенные посты, которые, в принципе, не относились никак к обнове, потому что, ну, они были каким-то событиям привязаны и так далее. Я вообще ждал испытания на днях, вы в курсе, да, чтобы в игре еще не вышло то самое испытание без темы, которое заложено в файлах игры, точнее, оно в обнове есть как пункт. Уже два испытания было, а третьего, по-моему, еще как бы нет. Вот, и я все жду, когда это испытание появится. Мне интересно, награды там, карты, режимы и так далее. Но пока разработчики как-то намекают нам, да, но испытания еще не было. Может быть, будет на следующих выходных. В общем, сейчас мы поговорим о датах и обо всем более подробно. Итак, мы видим вот такой вот пост, который вы уже, скорее всего, в Твиттере видели. И здесь много разных интересных вообще предметов, пасхалок. И все такие, ну блин, разберите, подскажите, потому что, ну может, самому впадлу разбираться. Давай я тебе обо всем по пунктам. Так, первое. Начнем с того, что эта комната, как мы видим, Джанет и Бонни. Я изначально подумал, что вот это спит Шелли, реально. Я думал, что это Шелли. Очень похож, согласитесь. Но это Джанет, вот ее, смотрите, меч. Вот, и видите, меч возле стола. Вот, вот шлем Бонни. Вот. И здесь в этой комнате много разных интересных предметов. Значит, первое. Так, сейчас, секунду. Так, едем дальше, немножко шум убрал. В общем, на этой картинке, ну, прям очень много всего разного. Мы видим журнальчик вот здесь, какой-то старенькая обложка Brawl Stars'а. Вот, здесь мы видим какая-то картина, Спайк какой-то, как будто, знаете, Спайк по пляжу идет, как будто спасатель Спайк, знаете. Вот, но сейчас мы к этому подойдем. Вот тут пачечка чипсов какая-то. Я сразу, знаете, подумал, опа, стоп, секундочку. Так, съедем дальше, немножко у меня сдвинулось. В общем, я прочитал вот этот постер со Спайком, это отсылка к фильму. Вот этот постер с Броком, вы видите, да, бум, это отсылка, говорят, к игре Doom. Вот, я в эту игру как-то давно играл, уже не помню. Вот, смотрите, я даже нашел картиночку с игры Doom, да, вот очень похоже. Вот если приблизить, вот если, давайте я увеличу вам, чтобы вы сравнили. Вот, ну это отсылочка к Думу, да, мы видим. 100%. Вот. Так, дальше едем. Так, что мы видим дальше на этой картинке? Мы видим за окном прорвало канализацию, прорвало люк. Я сразу подумал, что это отсылка к новому Бравлеру. Я подумал, что, а, все, там вода-то, это водяной Бравлер по-любому. Помните, мы когда-то разгадывали нового Бравлера, Спут? Я думал, что, блин, может это отсылка к нему, но нет, к сожалению, нет. Вот здесь внизу у нас видим Пока, видим Бас. Это отсылка к Bedrooms. Здесь у нас шлем Бонни, здесь у нас пушка Бонни, здесь у нас внизу коврик. И вот здесь, кстати, тоже я видел, делали скрин на вот этот коврик, карта или что это такое. И тоже какую-то пасхалку в этом искали. Я, честно, рассматривал, ничего такого, ну, сверхъестественно не нашел. Знаете, какого-то, какие-то амуницию там от нового Бравлера, ничего такого я здесь не увидел. Реально, может, вы что-то рассмотрели? Покажите, я нет. Вот это, кстати, написали. О, ремодель Стю, что ли? Или что это такое? Здесь также видно, что это, получается, картинка
Не, ну парк аттракционов нет, по-моему, или это к обнове той же, да? И вот тоже постер, как, по-моему, как к Bad Rooms. Носок Спайка. И, в принципе, ну, это все элементы, которые здесь есть. Но самое интересное, холдик, что там, где там Brawl Talk? Я такой, кстати, я долго искал, думал, ну где же тут дата Brawl Talk? Ну, по-любому же где-то что-то должно. Начал вот эти стрелочки считать, думал, может, количество стрелочек нам что-то будет указывать. Потом начал смотреть сюда. И такой смотрю, вот стрелочка сюда вниз, приближаю. А здесь дата. Посмотрите, я обвожу дату. 2, 5, 0, 6, 2022. Вы видите эту дату? 25.06.2022. Это ничто другое, как намек на какое-то событие. А что за событие? Ну, мы, конечно, сразу думаем, что Brawl Talk, но давайте разберемся, так ли это. Окей, поехали. Для этого нам надо зайти в игру, нажать на Brawl Pass, посмотреть, когда закончится сезон. Через 20 дней окончания сезона. Ну, точнее, через 20 дней, 19 часов. Грубо говоря, 21 день, этот день еще не закончился. Берем эти цифры, идем в калькуляторе, считаем, добавляем 21 день. Получается у нас 4 июля. 4 июля заканчивается Brawl Talk. Сезон. То есть мы точно знаем, что 4 июля в понедельник у нас уже будет новый Brawl Pass. А теперь давайте попробуем предположить, когда должен быть Brawl Talk, отталкиваясь от 25 числа. Залетаем снова в Photoshop. Для этого нам понадобится календарик. Открываем календарь. Итак, смотрим. У нас календарь на июнь. Давайте допишем здесь даты, получается, июля. Вот, ставим здесь 1 июля, 2 июля, 3 и 4. Вот здесь у нас новый сезон, мы знаем. Предположительно, у нас, мы можем предположить, что либо 2 числа у нас должен быть Brawl Talk, потому что Brawl Talk у нас всегда по субботам. Вот, но, когда тогда выйдут сникпики? Получается, для сникпиков нету окна. Соответственно, мы точно вычеркиваем эту субботу и возвращаемся к предыдущей. И реально, ну прям тут даже без этой даты очевидно, что 25 числа самая логичная дата. У нас в Brawl Talk всегда по субботам. Смотрите, я вот вам рисую свои предположения. Это, опять же, все пасхалки, намеки. В общем, 24 числа у нас будет анонс Brawl Talk. 25 числа, предположительно, сам Brawl Talk. В воскресенье у нас ничего не будет. Здесь у нас будет Sneak Peek 27 числа. Смотрите. Выходит Sneak Peek 27, 28, 29. И, исходя из той, какая будет обнова, если обнова будет крупная, то может быть еще 30-го Sneak Peek. Дальше у нас просто в пятницу или 30-го числа обновление. Здесь у нас просто выходные. 4-го залетает новый хроматический бравлер и новый сезон. Все логично и все сходится. Соответственно, мы можем спокойно доверять этой цифре, которая написана на мониторе. 25.06.2022 в эту дату будет Brawl Talk. Потому что он очень совпадает с датами, которые, получается, заканчивается сезон. То есть высчитать очень легко. На этой картинке, кстати, мы еще видим вот здесь на первом ярусе фото Бонни, Стю и Джанет. Да, получается. Вот, ну это у них тут семейка такая вот. Ну и много разных там всякие там вещички, такого ничего сверхъестественного, все такое, просто чем больше предметов, тем больше, знаете, хочется делать разбор, кстати, всегда с этими, как бы, пасхалками, но я все пересмотрел, все просто отсылки, но к обнове прямых каких-то указаний нет. Я думаю, что, ну блин, представьте, сегодня у нас какое число? Сегодня у нас, сейчас скажу, 13-е, если 25-го Brawl Talk, то есть за 2 недели разработчики нам уже начинают делать какие-то пасхалки. Соответственно, мы можем с вами предположить, что в ближайшее время будет много разных интересных моментов в игре и в Твиттере, которые, точнее, не в игре, а в Твиттере, там, в Фейсбуке, где разработчики всегда постят, будут какие-то пасхалки, намеки, которые мы будем с вами разбирать. В общем, ждем летнюю обнову, я с нетерпением жду официальный Brawl Talk, хочу увидеть, что там будет за лето, сезон нового бравлера уже прям, ну, короче, ребят, 25 числа ждем, значит, 24 будет анонс, так что нажимайте на колокольчик и будем ждать эти даты. Посмотрим, пока эта информация лишь из пасхалок и из моих предположений. Но так ли это, узнаем. Ну, я думаю, приблизительно так оно все будет. Узнаем в эти даты. Фух.
Все, увидимся. Спасибо за просмотр и до новых встреч.